Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как приготовить быстро и очень вкусно салат по диете Дюкана. Этот салат очень сытный, низкокалорийный и действительно помогает сбросить вес. За лето, когда я пользуюсь вот таким рецептом, можно сбросить примерно 5-6 килограммов. Для этого салата нам понадобятся огурцы, курица, желательно не жареная, а вареная или запеченная, порезанная на кусочки. Зелень. Мы используем укроп, можно использовать петрушку, кто что любит. Порезанные помидоры, листья салата. Кстати, листья салата, кто не любит, можно не использовать, потому что у него довольно своеобразный вкус. Порезанное одно яйцо вареное, а также отруби. Отруби можно использовать овсяные или ржаные. Мы используем ржаные, они мне нравятся больше. Кефир и любая приправа. Можно использовать соль, можно приправу универсальную или куриную. Итак, начнем. Мы берем, насыпаем в нашу мисочку сначала помидоры вместе с соком, чтобы эти помидоры давали сок обязательно. Это дает весь вкус. Затем мы насыпаем куриное мясо, запеченное или вареное, порезанное на кусочки. Затем добавляем огурцы. Огурцы — это очень низкокалорийный продукт. Их калорийность примерно 12 килокалорий. Их можно есть сколько хочешь, без вреда для фигуры. Затем мы добавляем порезанные яйца. Яйца и мясо придают блюду сытости, потому что если салат без яиц и без мяса, то он почти не насыщает, все время хочется еще есть. Затем мы добавляем листья салата, это по желанию, кто их любит. И добавляем зелень. Зелень тоже, кто любит и сколько любит. Затем мы это все перемешиваем. Иногда некоторые люди добавляют в салат капусту, но это кто любит. Затем, это очень важный момент, мы добавляем в салат отруби. Я покупаю в Магните гранулированные отруби, вот такие, которые сделаны в виде сухариков. Но, естественно, они сделаны безо всякого масла. Это просто полезные отруби. И они будут придавать совсем мало калорий, потому что вот эти вот несколько ложек отруби, они имеют очень низкую калорийность, потому что у них очень маленькая масса. Огромный пакет весит всего лишь 230 грамм, поэтому эти несколько ложек вообще не дают практически калорий. Затем мы используем соль. Вообще соль лучше не использовать вообще, потому что она задерживает жидкость в организме. Но я очень люблю все солить, и причем солить люблю не солью, а каким-нибудь вот или ролтоном, или галиной бланкой. Вот я использую вот такую приправу. Потому что нам она очень нравится, она действительно усиливает вкус любого блюда. Но опять же повторюсь, в идеале лучше вообще не солить. А затем все это мы заливаем кефиром. Столько, сколько вам хочется. Кефир лучше брать обезжиренный или с малой долей жира. Потому что это будет очень диетический салат. И потом нужно немножечко подождать, чтобы отруби чуть-чуть размокли. Они будут такие слегка хрустящие, в то же время снаружи уже мягкие. Это очень полезный низкокалорийный салат, потому что в нем нет высококалорийного масла. У нас на юге очень любят щедро любой салат сдабривать подсолнечным маслом, которое имеет калорийность почти 900 калорий. Или майонезом. Настоящий майонез имеет калорийность 500-600 калорий. Это практически как шоколад. В лучшем случае использовать сметану, чем эти приправы. Сметана имеет калорийность от 200 калорий. Это намного меньше, чем майонез или масло. Ну, а кефир — это вообще еще меньше калорийность. Она идет 50 и даже меньше, если он обезжиренный. Поэтому такой салат получается низкокалорийный. И в то же время он получается сытный за счет кусочков мяса, тоже низкокалорийной курицы, за счет кусочков яйца и за счет вот этих отрубей. Но самый главный момент, этот салат нужно кушать без хлеба, потому что отруби придают вот этот вкус сытости и заменяют нам хлеб, но в то же время они намного вкуснее, намного
вкуснее даже хлеба и намного полезнее хлеба. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания, удачи всем!